Друзья, всем привет! Пришла у нас сегодня еще одна посылочка. Здесь у нас находится смартфон Xiaomi Redmi Note. И заказывал я его своей жене. 24 дня шла посылка. $167. Давайте будем вскрывать. Должен быть смартфон здесь. Я заказывал версию с одной сим-картой. То есть она поддерживать должна 4G. Белый цвет должен быть, то есть задняя белая крышка, впереди черная, так называемая краска панда. Положили у нас тут пленочку, она мне, к сожалению, не пригодится, наверное, потому что у меня тут стекло для него заказал. И вот он. Прикольная такая поверхность, правда, будут отпечатки оставаться, но такая она, не знаю, камера передает или нет, такие как крапинки такие разноцветные. Прикольно сделано. Экранчик у нас 5,5 дюйма с HD разрешением. Камера у нас на 13-мегапиксельная задняя, передняя 5-мегапиксельная. 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт накопитель. Так, давайте, наверное, тут вот оторвем сразу. Откроем его. Где он у нас тут открывается? Не вижу. Наверное, здесь, скорее всего... Да, как я и сказал, одна сим-карта. 4G LTE написано. Так, батарейка у нас 3100 мА. Разъем под SD-карточку здесь. Так. Ну, давайте будем его... включать. 8-ядерный процессор у нас здесь. МТК, всем известная, 6592. Не знаю, с подсветкой LED клавиш или нет, сейчас посмотрим. На экран, смотрю, есть олеофобное покрытие, такой он скользкий, как мыло. Это хорошо. Android 4.2 написано продавца. Ну, сейчас посмотрим, чего у нас тут есть. Так. Настройки. Так. Не то. Так, вот он, язык у нас. Русский присутствует. Ну, в настройках, смотрю, тоже вроде как все переведено. Уведомления, переключатели. Да, русский язык везде присутствует. Это уже хорошо. Кнопки с подсветкой получается. Вот видите, да? Горит красненькая такая подсветка. Прикольно выглядит. Достойный аппарат такой. Что у нас тут по яркости? Отлично. Просто отлично. Мне нравится, хороший экран, яркий очень. Так, давайте проверим чехольчик. Сразу примерим. Я понял, что это такое, вот это вот на распаковке чехла. Вот эта карточка, я вас спрашивал, что это такое. Это
проверять. Здесь серийный номер находится, стираешь. И на сайте заходишь, проверяешь оригинальность изделия. Ну, вообще должно разблокироваться, но у нас что-то настолько где-то надо смотреть. Давайте посмотрим в настройках. Так. Параметры устройства. Даже не знаю, где тут это может быть. На моем Mi 4 оно сразу заработало, ничего не настраивал. По идее, может, персонализация должно быть. Нет, здесь ничего такого нету. Это явно не то. Так, это вот что такое, пробуждать устройство, тоже не то. Ну, в общем, будем искать, где тут что тут находится, посмотрим, что тут еще есть. Тут инструкция, наверное. Ничего интересного, как обычно. Все сделано как обычно, как у Mi, у Xiaomi постоянно переработанного картона все сделано. USB шнурок. Такой же, как на моем Mi 4. Да, точно такой же. Зарядка 2-амперная, наверное. Да, 2 ампера. Больше тут ничего нету. Так, ладно. Давайте, наверное, еще наклеим стеклышко сразу. Заодно посмотрите, как я это делаю. Так. Я обычно примеряю по отверстиям. Тут как бы отверстие одно большое. Можно будет наклеивать прям снизу. В принципе. Ну, хотя можно и сверху. Так. Сразу вот это вот наклеим на стекло. Сюда. Сейчас поймете зачем. Так, две салфетки у нас здесь. Одна должна быть влажная, другая сухая. Это вот у нас влажная салфеточка. Хотя, ну, и не грязно это, в принципе, стекло. Можно протереть просто вот этой салфеткой, и все, наверное, я думаю. Так, ну, для верности вот этой штучки еще можно. Это у нас скотч, который удаляет
то, что попало на экран. Нечаянно. Пылинка какая-нибудь там. Вот таким вот образом. Так. Берем стеклышко. Отрываем нижнюю пленочку. Прикладываем снизу. Аккуратненько опускаем вниз. Вот, как видите, все пошло. Довольно-таки просто это у нас все делается. Это вот сгоняется сюда. Чик, все готово. Вот какой-то там мусор остался, я вижу. Немножко, как бы нам его удалить бы. Это уже сейчас не поднимешь его. Печалька небольшая случилась. Так, сейчас я возьму ножик. И мы это дело исправим. Сейчас я... Не беда, если попало. Берется вот так вот. Ножичком аккуратненько. Поддеваете. Вот таким вот образом. Так, а теперь берем вот эту вот вторую. Штучку. Так, вот этой липкой стороной прикладываем сюда. Там сверху или снизу. Вот эта вот штука. Снизу была. Ну, потом можете снова отпустить. Ну вот. Все, в принципе, у нас получилось. Повнимательнее надо быть, да, вот с этим вот мусором. Иногда он попадает, и потом глаза мозолит. Ну, жена, будь довольна. Мне, честно говоря, самому телефончик этот нравится. Красиво выглядит. Сейчас найти еще в настройках вот эту вот блокировку всю. Чтобы работал чехол, здесь должно вот, ну, листаться три экранчика. Между ними листать. Вот фонарик можно включать. Два микрофона тут смотрю. Один сверху, тут для шумоподавления. Это, наверное, снизу разговорный микрофон. Ну вот, в принципе, на этом все, ребята. Ссылки будут в описании. Переходите, покупайте. И будет вам счастье. На этом заканчиваю я наши наклейки, примерки. Всем хорошего дня. С наступающим всех еще раз. До новых встреч.